The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get away. It was a desperate solution. In all 3,400 men made, these were friends with bitter eyes. Ты правда доверяешь Михаилу? Может, этот чокнутый тебя просто загипнотизировал, и теперь ты хочешь проверить, насколько глубока кроличья нора? В определенный момент назад пути не будет, и ты окажешься на прицеле у нар. Haulikon ammusta. Siinä on kantti. Aijaa, siinä on heti yksi tyyppi. Ja täytyisi hakkeroida. Taas kerran mä tykkäisin tyhjentää vaikka koko alueen sitten. Koska nämä supersienet täällä on sellaisia, että niistä saa melkein mitä vaan käytän. На Чернобыльской атомной электростанции в городе 33. Неблагоприятная радиационная обстановка. Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией... Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Внимание, внимание! Tää on vähän lämpimämpi. Tiedämme, että pelin ruudussa alkaa näkymään säteilyä, niin sitten se tiedät, että asiat on huonosti. No, tämä paikka on vähän kuuma kyllä. Radioaktiivista myrskystä on varoitettu. Niin tuo parantaisi niinku radioaktiivisessa olosuhteen. Mä itse asiassa pistin tonne viimeksi. Eli tää on nyt se sama alue kuin viimeksi, missä me ollaan. Я, Татьяна Амалиева, беру тебя, Игоря Хименюка, в законные мужья. И обещаю любить тебя, чтить и уважать, быть тебе верной и не отрекаться от тебя, пока смерть не разлучит нас. Onko nää vaan tän niinku muistoja, vai että onko se tyyppi niinku itte niinku kuulee? No. Ты зачем на меня оружие наставил, Вару? У нас есть проблемы посерьезнее.
Как ты меня назвал? Живо на землю! Не хочу тебя расстраивать, но здесь бегает монстр, которого ты своей мелкой куколкой не испугаешь. Нам надо убираться отсюда! На землю, быстро! Повторять не буду! Стреляй, если хочешь, имбецил недоразвитый! Перед дикарями я колено не преклоню! Тут рви опога. Эй, не смей! Благодарю тебя, гражданин. Я вижу, ты хороший человек. Не то, что эти вандалы. Надо только дыхание перевести. А нам разве не нужно убегать от монстра? Что? Не беспокойся, я выдумала это, чтобы избавиться от тех дикарей. Ага. Правда? Тебе эта шутка чуть жизни не стоила. Audentum est fortis audio tipsa minus. Это латынь? Что это значит? Это значит, тебе нужно было лучше учиться в школе, гражданин. А теперь иди, пока настоящий монстр не объявился. Jaha. Taas ihan turhaan kuoli kaksi tyyppiä. Kuma. Tuosta etelästä. Joo, se niin kuin musta stalkeri vaan teleporttaa ympäriinsä, jos sen porukka alkaa tappaa, että siinä mielessä niin kuin. Это мы что-то элемента. Хороший водитель, да? Отлично. Вот тогда двигай сюда и забери меня. Твою мать. Toivottavasti tuo on 30 luotia eikä kolme. Se on vähän noloa, jos niinku. Pitää kolmalla rynnäkkökiväärin luotilla vaan mennä. Tarvitsen lisää sieniä tähän näin laitteeseen.
Tää on vähän erilaista tää luuttaaminen niin kuin Tarkovissa, missä... Siis Tarkovissa sä näet selkeästi, että se on esine. Siinä taas oli joku highlight kans, mut tässä sä näet niinku röntgen katseella, että tuolla on jotain ja pystyt niinku strategisesti suunnittelemaan, että hei mä huon tuon kasvin tuolta. Molemmat on melkoista sisseilyä, tää on enemmän ehkä Survivor craftaamispeli. Ei oo kyllä taas yhtään löydetty. Sieniä, mikä on tosi ikävä juttu. Chernobylin supersienistä saa kaikenlaista. Muistaa, että tuolla on jo todennäköisesti joku ase. Joku laatikko. Yleensä ne on ollut ihan hyviä, noi huoneet, mihin pääsee ainoastaan lukkoa avaamalla. Jaha. Ну-ка, стоять! Ты на территории Припятской братвы! Слушай, а что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Наровцы бегают, как в жопу ужаленные. И этот стрёмный урод в черной маске что-то вонюхивает. Короче, для бизнеса все это беда. Меня этот чувак не трогает, но... Клиентов, конечно, распугал. Тайна, так у тебя есть другие клиенты? Ты меня совсем не слушаешь? Они этого говнюка боятся. Если... Ты вроде говорил, что торгуешь. Что у тебя есть? Что ты там говорил про... Один по... Извини, я передумал. Тебе же хуже. Хирвести, у нас в братве таких хитреньких не любят. В братве мы все простодушные. Прямодушные. Разумеется, прямодушные. Так и сказал. Ну не криво же. Мне пора идти. Братва Фурема, Игорь! Täällä toisessa päässä rakennusta. Tässä. Ты на месте! Отлично! Теперь к делу! Что нужно сделать? Прием! Вот и славно! Начнем с того, что у каждой миссии должно быть кодовое имя. Причем имя это лучше всего брать с потолка. Есть мысли? Плевать.
Плевать. Необычно. Но нам не подойдет. Как насчет Панцеркампфваген? Что, нравится, а? Отлично. Короче, я узнал, что мобильный пункт связи проезжает тут раз в неделю. Внутри ноутбук. Вот он-то тебе и нужен. И? И ты загрузишь хак, который откроет тебе доступ. Я тебя проинструктирую. Хорошо. Надеюсь, все сработает. Полная готовность. Машина уже едет. Начнем операцию «Панцеркампфваген». Все, погнали наш «Панцеркампфваген», дружище. Конец связи. Ага. Mistä sieltä pääsi ulos? Se auto. No. Lämpenee. Nyt mä saisin Vermont. Okei, eli tuo laite vääristää avaruusaikaa tuhotakseen radioaktiivisuutta, mutta se samalla niin kuin, pahentaa, no vääristää avaruusaikaa, joten se lisää todennäköisesti, että hirviöitä tulee toista ulottuvuudesta. Voi kiva. Tämä kivipaperisakset tyylillä, että... Niin. Mitä enemmän Chernobylaittia käyttää, niin sitä enemmän sitten niinku myrskyjä. Saattaa tulla salamasta päähän. Okei. Okay. Ei mene hyvin. Осторожно! Он там долго не просидит! Все быть начеку!
Sanoi, että meni kyllä harvinaisen huonosti. Olen itse asiassa tätä mieltä, että... Se on muuten sillä lailla, että pojat, me hävitään tää peli. Sillä on niin kunnon kypärää päässä. Ei saisi hirveesti pistää noita hengiltä, kun alkaa päähenkilön mielenterveys kärsimään. Se oli heti, kun se ensimmäinen epäonnistui niin kuin se tainuttaminen, niin se lähti vähän niin kuin pyllymäkeä alaspäin siitä. Kirjo on muutaman vodkapullan vetänyt. Chernobylista. Tuo on entinen vaimo. Mm.
Täällä kai ei kaverilla taida ihan kaikki olla kotona kyllä. Löytää. Okei, se on ajanut tonne asti. Tää meidän räiskintä näiden vartijoiden kanssa oli vähän niinku turhittu. Voi ku kiva. Tänne päin. Liipuu vasemmalta tai oikealta koukateen. Niin kun toihan on meidän kaveri. Niin, nää kaverit on nyt kuolleita sun takias. Tän talon toisella puolella. Pitäisikö olla yksi jäseti? Joo. Интересно, что на ужин будет сегодня? Только бы не рыба. Ненавижу рыбу. Mielenterveyden häiriö.
Ei kun se on tosta myrskystä varmaan saattaa johtuva juttu. Михаил, ноутбук у меня. Говори, что делать. Крутяк! Вообще огонь! Теперь набери www.heartisalonelyhunter.ru и нажми Enter. Загрузи последний файл в колонке. Называется Sweet Lonely Boy Will Meet Sugar Mom. Крутое имя, скажи. Запускай файл и вуаля! Теперь у тебя есть доступ к их базе данных. Если ты, конечно, ничего не напутал. Теперь следующий шаг. Добраться до вышки связи и нанести последний удар. Кстати, Игорь, пока ты не ушел, поищи там чего-нибудь, что тебе надо. Ты же вроде как хотел Татьяну найти. Оливер прав. В базе НАР должно быть что-то и о Татьяне. Какого хрена? Нельзя этого делать! Если ты начнешь там рыться, они залочат доступ, и мы упустим шанс выкрутить их цифровые яйца! Не забывай, что тебе еще надо добраться до вышки связи и загрузить вирус! Ты сможешь их как-то отвлечь? Ну, конечно же! Ай, я прямо ждал, когда ж ты это спросишь? Ensimmäinen rynnäkötietokone itse asiassa. No, toivottavasti tästä junaonnettomuudesta sentään jotain on. Ainakin pahenee. Сам себя подорвал, что ли? Черт! Михаил! Миша! Я в норме! Только не подходи к зданию! Кажется, заряды были слишком близко к складу химотходов. Ага. Что они вообще хранят в этих бочках? Сука! Может, в Газпром на горячую линию позвонить? Выбирайся оттуда скорее! Да не волнуйся ты за меня! Просто ты зайди на www.heartisalonelyhunter.ru и скачай смели Panties of Doom и запусти! И жаль, что ты не сможешь поискать, что хотел. Можно ввести только одну команду, потом тебя выкинет. Так что без опечаток там.
Нахер этого маньяка, Игорь. Запускай поиск, пока еще есть шанс. Vilkaisen, että tuo Twitchi onnistuu. Streamlapsi sanoo, että mä lähetän ja sitten niinku Twitch sanoo, että en lähetä. Noni, nyt päästiin takaisin. Siis mä en tiedä miksi, mikä tää OBS-juttu on, mutta OPS väitti, että se lähettää, mut sitten täällä Twitchissä taas ei näkynyt, et lähettää mitään. En tiedä. Tai just tätä näin, kun yrittää niin uutta ohjelmaa ottaa käyttöön, niin just näin. Mutta meillä on tässä valintatilanne tällä hetkellä menossa, eli tota noin, niin pyyhitäänkö armeijan serveri, vai että käytetäänkö se mahdollisuus niin kuin, että tämän vaimon tietojen etsimiseen. Прости, Миша. Я должен узнать, замешана ли Нар в исчезновении Татьяны. Tää saa vaan yhden komennon käyttää sitten se yhteyskatkaista. No joo, mä pistän YouTubeen tänä puoli tuntia. Noniin. Значит, за Татьяной следила КГБ. Зачем? Что им было нужно от нее? Toi yksi kaveri ei varmasti kyllä yhtään tykkää, että siitä, että me mentiin mukaamaan operaatioon nyt. Täällä on porukkaa kuolleena ja ilmeisesti kaasuvuoto. Joo. Sitten. Käyn vielä tarkistamassa ton paikasta, mä jatkan eteenpäin. Jonkinlainen niin kuin avaruusaika anomalia periaatteessa. Jo
Käytännössä nyt jäi niin kuin yksi tehtävä striimaamatta, mutta onneksi mulla oli nauhoitus päällä. En tiedä. Säätö ei ollut tämän päivän noiden bottien ja muiden kanssa. Niin Oliveri on viettänyt täällä päivän niinku takalla mielenterveyskunnossa. Noni. Vähän kädestä suuhun nyt tää peli tällä hetkellä menee. Нет, там вихане. Черт, если вы что? Михаил, ты в порядке? Не особо. Я подорвал здание и застрял в нем. А еще здесь есть... Здесь что-то есть. Поторопись и захвати противогаз. Ищи в здании возле памятника. Ты умный парень. Думаю, сразу разберешься. Надо было мне раньше подумать про эти бочки. Этот газ... Мощная штука! Мне мерещатся голоса! Какие-то... образы! А может, это и не газ вовсе, а наркота, на которой он сидит. Но я все равно не могу его там бросить. Что за хрень? Это еще что? Оно пытается меня схватить! На помощь! Okei, me löydettiin se Industrial Grinderi, jolla pystyy tekemään lockpikkejä. Ne voisi olla ihan strategisesti tärkeä juttu saada aikaiseksi mahdollisimman nopeasti. Mekanikalla partsia. Niitä ei löytynyt viimeksi hirveesti. Stationit on. Mitä nyt viittis niinku ruveta? Voin sen rakentaa myöskin näreessä. Senhän muuten voi rakentaa näreessä ja ottaa mukaan sitä. Видишь дым возле радара дуга? Уверен, это дело рук твоего нового друга Михаила. No niin, sä oot varmaan niinku tarpeeksi. Oliverin vois nyt lähteä jonnekin. 66% mahdollisuus. Thank you.
99. Tää on helppo homma. Милый мой Игорь, ты как старая черепаха, которая перевозит животных через реку на своей спине. Вот только некоторые из них — скорпионы. А скорпионы жалят. Такова их натура. Näköjään mä otin vahinkoa psyykkisesti siitä, kun mä ammuin ne sotilaat viime tehtävässä. Kanikalpartseja pitäisi löytää. Terve. Оу, еще один замечательный покупатель! Хочешь заключить лучшую сделку в своей жизни? Не страшно здесь торговать? Уж я-то знаю, что делаю, милостивый государь! Торгую тут со времен развала СССР! Кроме того, кто не рискует, тот не пьет шампанского! Похоже, ты много где побывал. Оу, большой базар в Тегеране, европейская ярмарка в Варшаве, площадь Таксим в Стамбуле, где я только не был, дружище, чего я только не видел. Не сомневаюсь, но должен спросить, как безлюдная Припять может сравниться с такими яркими местами? Если есть спрос, я обеспечу предложение. Я атлант, расправивший плечи. У меня Путин, Трамп и Гейтс на быстром наборе. Смотри. Правда? Стив Джобс? Да-да-да-да-да, он тот. Конечно. Ну да ладно. Деньги правят миром, но бартер меня тоже устроит. Хочешь поторговать? Я кое-кого ищу. Возможно, тебе знакомо это имя. Татьяна. Татьяна Амалиева. Она работала на электростанции. Она пропала 30 лет назад. О, прости, 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 друг. Женщин я давненько не видел. Слишком занят. Занят? Чем? Созданием целого мира новых возможностей. Я как Гордон Гекко, только умнее. И как Джек Ма, только усерднее. Ты ахнуть не успеешь, как я построю свою коммерческую империю на руинах Чернобыля. Удачи. Удачи с твоей империей, Атлант. Ха, спасибо, но удача мне ни к чему. Сиения сентя kasvaa kotipuolessa. Mukilla on jotain. Ilmeisesti on jonkinlainen aika menee siihen, että esineet respaa ja menee seuraavaan tehtävään, joka on sama paikka, niin ei tosiaan niin välttämättä ole. Paljonkaan tullut uutta. Talossa näyttäisi olevan. Mitä oli tää paikka, mikä tarvisi? Mä luulin, että näitä on poissa täältä näin, mutta ei olekaan.
täytyy siivousoperaatio vyöhykkeellä pitää. Jaha, täällä on taas stalkereita. Eikö sotilaita ne on? Pitänyt kyllä heti löytää se. Ja se niinku hiomakone, että saa aikaiseksi niin näitä tiirikoita. Vielä ei ole hajua, että miten noi Tsernobyliitti poistamisruiskeet saa aikaiseksi. Dead drop. Tää nyt tosi harmi juttu, jos mä löydän sitä. Kaasunaamaria. Siltä voisi ehkä hyvällä säkällä löytyä. Kaasumaskeja löytyy. Ei löydy, mutta filtreitä löytyy kuitenkin. Nyt se olisi ollut tosi kallis homma tänne, mitä viimeksi mulla oli muitakin menoja. Kauppiaalta olisi saanut. Nyt harmittaa. Tommonen.
halukonsa lukee tai on sentää. Tääkin tarvis. Tää kaikki tarvii tiirikoita. Joo. Sulla on ruokaa. Ei mulla kyllä ole ruokaa. Ei oo ruokaa eikä tiirikoita. Täytyy yrittää pelastaa siitä. Voi tulla muuten äärimmäisen ikävää. Sekin oli sillä, että olen etsinyt jostain se kaasunaamari. Näiltä ei voi ottaa tuo kaasunaamaria. Ehkä toi on liian humaani toi tää Igor päähenkilö näet, se ei vaan ota niinku. Sitten. Ja siinä on toinen kaveri. Ottaa etäisyyttä ja lähtee karkuun. Kaasunaamari ja filtreitä. Olen onnellinen. Varmaan ala kerrassa sinne pääsi testää. Täällä on savua. Joo. Mä oon täällä hirviö. Подъем! Подъем! Пора идти! Ох ты ж! Да что ж в этих бочках? Видимо, какое-то отравляющее вещество. Может, смесь 78? Даже противогаз не спасает. Надо найти Михаила и свалить отсюда поскорее. Okay.
пожалуйста! Ты кто? Ты не мамочка! И ты не мой дядя! Ты спишь у нее в комнате каждую ночь! Я когда вырасту большим, я тебе хрен отрежу и в глотку твою засуну! Надеюсь, ты хоть кристалл с собой принес. Он мне так нужен. Очень нужен. Он про метамфетамин, что ли? Этот парень и правда нахуй какой-то. Сзади! Сзади! Никогда не получишь мой кристалл! Урод ты! Ты! Не трогай маму! Это вывертенный Микар. Tulee lisää. Lähtee. Chertachina. Okei, täältä ei pääse vähän pois. Ja Mikael on johonkin karannut. Tilanne menee koko ajan huonommaksi ja huonommaksi. Все больше. Если не уберемся сейчас, останемся тут навсегда. Отвали! Сука! Ты предатель! Только нет, что он тайну, это мы... Тебе не го. Халус. Игорь, ты как тут оказался? Насчет базы данных Нара. Мы можем считать, что тема закрыта? Ты спас мой зад, и я благодарен. Но это не значит, что я тебе доверяю. Но ты можешь мне доверять. У нас общие цели. Угу. Я вот тоже так думал. Но ты завалил миссию. Теперь мне ясно, что это не так. Так что давай, увидимся. Или нет. Пойдем со мной на базу. Окей, если болтаешь еще, никто той халуа, не болтаешь. Может, лучше в прятки сыграем? Ты пойдешь нахрен и там спрячешься. Ты облажался. Подставил нас обоих. А теперь ждешь моей помощи? Хрен тебе. Слушай, Миша, прости, что мне пришлось отступить от плана. Ни хера ж себе! Ты не отступил от плана. Ты тупо попёр на пролом и всё испортил! Знаю, я знаю. Но я пришёл, когда ты был в ловушке. Беспомощный, один. Заблудившийся в галлюцинациях про твою маму и её... А вот тут притормози, дружище! Ты можешь называть меня алкоголиком, говорить, что я нарк, преступник или насильник, мне насрать! Но даже не вздумай. Ты усёк? Не вздумай. Никогда говорить о моей маме. Похоже, эти проблемы, это так говорю. Ты понял меня или нет?
Ладно, ладно. Да, я все понял. Тебе реально нужна помощь. Да! Мне была нужна помощь. Нужна была твоя помощь. А ты меня кинул. Вот и сказке конец. Просто приходи на базу, и мы все это обсудим, когда оба немного остынем, ладно? Ты только не пугайся, ладно? Я открою портал, и ты сможешь вернуться на базу. Välit. Kyllä liittyy, mutta niinku, en tiedä, jos se saisi enemmän ruokaa syötyä, niin sitten ehkä, tai jotain muuta. Ты что вытворяешь? Жить надоело? Ну вот и что? Чего мы добились? У тебя, кстати, предсмертное желание есть? Ты все перепутал. Предсмертное. Только помирать не я буду, а они. Я не остановлюсь, пока не порву на части этих уродов вместе со всей их шоблой. Уж ты мне поверь. То есть это у тебя личное? Вендет такая? Личное? Не твое собачье дело. У тебя одна задача была — уронить гребаные сервера. А вместо этого ты решил поискать эту свою барышню. Эх! Оливер Эхротт, ты плевать! Мне сейчас надо кое-что другое выяснить. Ну ладно. Тогда не буду мешать. В общем, без обид. Береги себя. Mikael on kunnossa, mutta... ruokaa, niin menee huonosti. Намасте, Игорь, юпта! И тебе привет, гуру Михаил. Видел тебя недавно с картами. Любишь азартные игры? Это карты, Таро! Вот как. Гадалкой подрабатываешь, значит. Где же твой магический шар? А сейчас вспомню, где я его оставил. А, точно, у тебя в жопе! Я тебе все говно, что не вписывается в твою унылую научную картину мира! Я не люблю суеверную чушь, которая не имеет никакого отношения к реальности. Спорим на твою тощую жопу, что в мире полно вещей, которые так легко не объяснишь. Нужно шире на вопросы смотреть, а не в книги зарываться. Таро! Охрененная вещь! Надо только дать им шанс. Ну, допустим. Что говорят Таро? Кстати, я для тебя сегодня уже вытянул карту. Влюбленные. Неплохо? У этой карты много значений. Очевидное? Я и Татьяна. Умница. Но еще она означает необходимость сделать выбор. Выбор? Последствия которого невозможно предугадать. Чтобы разобраться, надо еще одну карту вытащить. Не хочешь, Игорь? Пожалуй, останусь в рамках своей унылой научной картины мира. Спасибо за предложение. Хочешь поменяться? Только давай по-быстрому, ладно? Thank you.
Seuraavasta päivästä tulee kyllä hankala. Ei ole lääkintää ainetta. Есть разговор. Что случилось? Тут кое-что всплыло. В радиоэфире НАР настоящее оживление. Ищут кого-то, предположительно предателя и вора. Удалось выяснить локацию. Это Копачи, село возле реки Припять. Возможно, это наш билет на станцию. Этот человек может что-то знать или иметь доступ к оборудованию. Что он, по-твоему, может знать? Пароли и кодовые слова, имена. Доступ к форме, даже к пайкам. И задание выглядит несложным. Если будешь действовать шустро и грамотно, может, даже на нар не нарвешься. Ты прав. Это может быть важно. Как минимум, стоит поболтать с этим их предателем. Я рад, что мы друг друга поняли. Это в Копачах. Не заблудишься. Ну и хрена ли мы делаем дальше, а? Molemmat hakee ruokaa. Ei mene hyvin, joten niinku toi joutuu silti lähtee. Говорят, враг моего врага мой друг. Но можно ли доверять предателю, Игорь? Доверие очень хрупкая вещь. Тяжело построить и легко разрушить. Но ты ведь по-прежнему доверяешь мне. Правда, любимый? Уже вайму петтури. Специальная скидка для моего спасителя. Ты настоящий луч надежды в этом унылом болоте. Конец цивилизации не за горами, но мы еще можем его остановить. Что ты вообще здесь делаешь? Все, что могу, все, что должно быть сделано каждый божий день. И знаешь что? Никто даже спасибо не скажет. Ты мог бы выражаться немного яснее? Когда-то я был учителем истории. Здесь и в Славутич.
потратил лучшие годы жизни, рассказывая недалеким подросткам о взлете и крушении империй, о величии прошлого. И знаешь, что я получил взамен? Головную боль. И жалкую учительскую пенсию. А ведь я отдал этому делу всю свою жизнь. Цицерон говорил, история из магистра витае. Бедный Цицерон. В общем, я решил бросить книги и перестал бояться заморать руки. Припять лежит в руинах, прямо как древний Рим, разграбленный полчищами варваров. Но мы еще можем вернуть ей былое величие. Правда? И как же ты собираешься это сделать? Коммерция и торговля всегда были движущей силой цивилизации. Базары, рынки, торговые пути. Я продаю товары по разумным ценам, чтобы ускорить Чернобыль общественные процессы. Ну ладно, показывай, что у тебя там, Цицерон. Береги себя. Sitten itse pystyä niinku noita first aid kittejä tekemään. Mutta kaikki mitä lähtee irti, niin mukaan seuraavaksi. No, kaksi tiirikkaa on ihan hyvin voi niin pistää hysseliksi. Jos niinku tutka kertoo, että täällä olisi jotain kannattavaa. Se tuli kohti. Чтобы я видел. Я так понимаю, ты и есть предатель, которого все так активно ищут. Что? С чего ты взял? Я не предатель. Я даже в НАР никогда не работал. Не буду врать. Звучит не слишком убедительно. Эти уроды реально хотят тебя найти. По радиосвязи только о тебе и говорят. Ну ладно, ладно. Я торговал с некоторыми из них иногда. Но эти придурки, они не врубаются в то, как торговать надо. Хотели меня обобрать, ну и... И что? Ну, сначала они, потом я, и пошло-поехало, ну, сам знаешь, как оно бывает. Варастану, короче, я у них позаимствовал пару ништячков, чтобы восстановить справедливость. Само собой, им не хотелось, чтобы начальство узнало об их торговле налево. Ну, так, вот они и подняли вора предателя. Любопытно. Tässä täytyy varmaan lopetella tämän tehtävän jälkeen ja mennä nukkumaan. Ihan työtä viikko. Остановился у Михаила на складе. Интересно, что ты задумал? Откуда ты это узнал? Мне нужно идти. Они, наверное, за меня переживать начали. Кто это они? Прости, не могу сказать. А теперь в сторону. Я ухожу. А вот и нет. Мы без понятия, что это за парень, Игорь. Мы его отпустим, а он помчится прямо к НАР и обменяет наши жизни на их прощение или еще на что-то. Даже не думай вот так его отпускать. По крайней мере, хорошенько покопайся в его вещах. Прости, но я в твою историю не верю. Почему ты просто не скажешь мне, кто ты? И, кстати, дай-ка мне быстренько взглянуть на твои вещи, раз уж мы здесь. Кто я? Это не твое собачье дело. И я ни хрена тебе не буду показывать. Ситуация сложилась непростая. Может, ты просто воришка, а может, ты шпион. Я не могу так просто тебя отпустить. Да. Похоже, мы зашли в тупик. Ну давай, что ты тянешь? Решай уже, урод! Да уж, так бездарно просрать время.
Это надо было умудриться. Зашибись. Sentään ei tullut kolmatta suuta tähän näin. Se olisi ollut sillä lailla niin logistisesti hyvin, hyvin vaikea tilanne. Katsotaas nyt. Tarvitaan, mutta niin jonkin verran tosta nyt tulee ehkä ruokaa. Kyllä nyt pitäis pärjätä. Se saattaa olla pikkasen liikaa, mutta toisaalta me en halua ottaa sitä riskiä, että niinku... Что нового, Игорь? Да ничего вроде. А ты как? Все думаешь об Антоне? Да. Мы с ним немало повидали вместе. Помню... Антон упоминал Хашам, кажется. Что там произошло? Это то еще местечко было. Слыхал о гражданской войне в Сирии? Честно говоря, нет. Я как-то другими вещами интересовался. Ага, как и весь остальной мир. На этих людей всем наплевать. Для крупных игроков России, США, Китая... Большинство таких охваченных войной стран – просто полигон для испытания оружия и игры в политику. Это называется гибридной войной. Наемники вроде нас поддерживают армии участников конфликта, поставляют разведданные, снаряжение, технику. Существует негласное правило, что мы никогда не нападаем друг на друга напрямую. Но иногда кто-то переходит кому-то дорогу, и ситуация выходит из-под контроля. Как раз это и случилось в Хашаме. Войска Асада при поддержке российских наемников сцепились с сирийскими демократическими силами, которых поддерживали США. США применили десятки дронов, истребителей и вертолетов. Они буквально превратили войска противника в пепел. Антон и его сослуживцы ничего не смогли противопоставить такой массированной атаке с воздуха. Он видел, как умирают его друзья. И сам... чудом избежал смерти. Я восхищаюсь вашей храбростью и самоотверженностью. Твоей и Антона. Но я никак не могу понять, почему мы продолжаем убивать друг друга ради какого-то богом забытого клочка земли. Это идет вразрез со всеми моими убеждениями. А я восхищаюсь твоим идеализмом, Игорь. Но ты в меньшинстве. Игорь он тоже кла пистанул много мото тюпия хенгеста за решение проблемы. Думаю, скоро тебе предстоит в этом убедиться. Игорь МакПыгорь. Здорово, босс. Как поживаешь, Миша? Ох, раньше тут было намного лучше. Из-за этих наровцев у меня вся торговля пошла под откос. Очень жаль. Торговля в закрытых городах и рядом с ядерными реакторами наверняка очень прибыльное дело. Дядя Миша, да упокоится его душа, если она у него была, в 50-х торговал в Озерске. Он даже видел, как строили первый советский реактор. Прикинь?
Здоровенная дыра в земле. Тысячи зэков и солдат пашут без продыху. Без нормальной строительной техники. Они были прямо как рабы на строительстве пирамид. Меня смущает восторг в твоем голосе, Михаил. Расслабься, дедуля. Ты так и не понял. Миром правит хаос. Так всегда было. На чем я остановился? Охрана лагеря к такому хаосу готова не была. И за порядком приходилось следить за коренелым преступником. Миша рассказывал о колоритном пахане, который сидел на турецком ковре посреди ямы и раздавал приказы. На нем были такие пышные шаровары с блестками и красные остроносые туфли. Пока охранники платили ему водкой и нормальной жратвой, он держал работника в устье. Мне в это сложно поверить, но кто знает. Неважно, веришь ты или нет. Это, блин, очень особое место было. И Чернобыль тоже. Пока все не накрылось медным тазом. Сука! Как же я скучаю по старым добрым денькам. Tästä vaan hirpsejä se vaatii näköjään. Tää olis itseasiassa... Hirpien tuotanto olisikin ehkä semmonen, mikä kannattaa pistää pystyyn, niin mahdollisimman nopeesti. Sekä niin kuin striimaajan kannalta että niin kuin myöskin pelihaamon kannalta, niin päivä on pulkassa ja taas on niin kuin työviikko edessä, niin täytyy tästä ruveta lopettelemaan. Tosiaan Streamlabsin opsiin vaihdoin tänään ja tässä on niin kuin jotain pieniä ongelmia ollut. Mutta Tsernobyl-laitti oli siinä ja palataan asiaan ja ehkä selvitellään näitä, miksi nämä ei toimi.